Вот, ну вот немножко про вот эту антиретровирусную терапию. Значит, что такое АРВ? Вот АРВ, АРТ, чтобы вы тоже в этих как бы понятиях нормально ориентировались. Плавали антиретровирусные лекарства, АРВ. Антиретровирусная терапия. То есть это уже лечение. АРТ. Понятно, да? АРВ – это вещества, препараты. Лекарства. Антиретровирусная, АРТ – терапия. ВАРТ – это высокая активная антиретровирусная терапия. То есть это уже когда человек перешел в стадию СПИД, ему нужно срочно, вот, допустим, количество клеток всего 50 осталось. Тогда, или 20. Тогда назначают ВАРТ. Это очень такая ударная доза. Но обычно почему это очень опасно? Или потому... при изнасиловании, когда произошло изнасилование, там девушки прописывают, или врач во время операции порезал себе руку. Там, клиент был ВИЧ-инфицированный, ему срочно назначают этот ВАРТ, чтобы предотвратить вот это вот прикрепление вируса к лимфоциту. Они могут остановить в этот момент. Но опять, если вирус не прикрепился к лимфоциту, да. Мы еще раз говорим, пока он не в лимфоците, его да. То есть вот это вот называется ВАРТ. Понятно, да? Что вы как бы представляете, что это такое. Вот. Что это реально. Это реальность. И слава Богу, вот эта милость Божья, что он дал мудрость врачам, что это все, представляете, в 82-м году этого ничего не было. Тогда СПИД равнялась смерть, ВИЧ равнялась смерть. Сейчас это возможно. Все это остановить. Ну так для чего нужны эти лекарства? Во-первых, они обеспечивают возможность контролировать количество этого вируса в крови и поддерживать нормальную жизнь на нормальном уровне, продлевать жизнь и снижать уровень смертности, улучшают качество жизни, снижать случаи заражения разными инфекциями, связанными с ВИЧ, ну и помогают при энцефалопатии, то есть... и заболеванием рака, который связан со СПИДом. То есть это реальные лекарства, которые реально помогают людям жить качественной жизнью. Вот. А представьте себе, вот мы встречались с детьми, которые были заражены матерями. Вот одному мальчику 10 лет. Он 10 лет живет с ВИЧ. Он 10 лет с раннего возраста принимает эту терапию. И он был раньше всю жизнь уверен, что все дети так живут, что по часам четко принимает лекарства. И совсем недавно он с удивлением обнаружил, что, кажется, не все так живут. И маме пришлось ему рассказать правду. Ну, мы задаем вопрос, а как ты это воспринял? Он говорит, да никак, нормально. Да он привык. Он привык, то есть, как понимаете, но дело в том, что, кстати, мальчик живет полноценной жизнью, он учится, у него план на будущее. Причем интересно, план на будущее. Встречались мы с одной женщиной, она говорит, ой, говорит, когда вот поняла, что ВИЧ-инфицирован, я думаю, ой, ну хоть бы дожить и увидеть, как дочка выходит замуж. Дочка вышла замуж, я думаю, ну хоть бы дожить, увидеть внуков. А сейчас, говорит, внуки уже у меня с усами. Понимаете, то есть действительно, вот это реально, реальная вот эта вещь, что жизнь идет качественно, полноценно, люди живут. Слава Богу, что это есть. Слава Богу, что есть мудрость у врачей. Ну, когда применяется вот эта терапия при заболеваниях ВИЧ и СПИДом, при профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку во время беременности или родов, при профилактике работников здравоохранения, которые случайно могут подвергнуться заражению ВИЧ, ну, при порезах или во время операции или еще чего-то. Ну и сероконверсии, то есть при изнасиловании, когда вот такая нужна высокоактивная. Да, ну это как бы то, что сказали. Стадия заражения, просто да. Ввели. Просто если вы захотите, вы возьмете эту презентацию, да, чтобы она у вас была, и вы просто она, весь этот материал у вас. Ну для чего это нужно? Просто еще раз повторить, чтобы улучшить качество жизни, подавить активность вируса и предупредить последующее разрушение иммунной системы. Ну, сейчас говорим, АРТ, вот эта терапия, не уничтожает сам вирус. Он остается. Вот. Дальше. И теперь давайте, вот новые сведения об АРТ, эти новые сведения буквально мы получили осенью прошлого года. То есть это новейшее вообще исследование проводил врач, который занимается в как раз госпитале по ВИЧ-СПИДу, который, будем так говорить, стоял у истоков. Вообще это самый первый госпиталь Майлд Мэй, который был вообще создан по этой проблеме. В общем, как бы вот сведения из первых рук, вот мы, она нам разрешила пользоваться ее презентацией, поэтому вот как бы вот сведения из первых рук. Эта презентация очень хорошо, кстати, работает в школах, очень она хорошо так построена. Просто посмотрите, каким образом вы можете тоже ее использовать. Ну, то есть, еще раз, АРТ начинает применять, когда ослаблена иммунная система уже настолько, что этих клеток CD4 меньше, чем 200. И дальше такие она картинки нарисовала. Это очень интересно. Вот она, иммунная система. Вот они клетки CD4 защищают организм. Видите, дружат. CD4 с организмом. Дружат, да? Координируют работу. Вот. И вот вдруг какая-то инфекция попала, кашель. Да? И вот, смотрите, CD4. Раз-раз, все. Справилась с кашлем. Справилась. Организм говорит, ура, все. То есть я победил. Организм здоровый, да? Все.
И попадает ВИЧ-инфекция. Что происходит? Обычное течение. Человек живет 7-10 лет, быстрое течение меньше, чем 3 года, и медленное течение, то есть есть и те проценты, и те проценты, и те. Больше, чем 15 лет проживает человек. То есть, если без АРТ, если не принимать терапию, это данные без терапии. Помните, вот та нагрузка, которая была внизу? Вот это вот данные такие мы вам даем. И вот, значит, что делает ВИЧ? Вот он проникает в иммунную систему. И он атакует именно клетки CD4. Не организм, а CD4. Вот чувствуете разницу между обычными вирусами и здесь конкретно идет атака. Идет дальше. CD4 пытается с ним справиться, но не может, потому что этот вирус, он связывает. Связывает клетку CD4. Вот такая вот картинка. Кстати, детишки нарисовали, как она говорит. Вот, и вот видите, ВИЧ, все, CD4 полностью. Проиграл, да. ВИЧ ее победил. Вот. И организм совершенно становится беззащитным перед всеми инфекциями, какие только есть, потому что CD4 не работает. Ну, это еще опять раз. Та же самая, да, схема. Вот. И вот все, любая диарея, кашель, все, добивают организм до конца. Вообще, картинки, вот, по-моему, лучше не придумаешь, да? Все вы это увидели. Но если начинаешь принимать антиретровирусную терапию, смотрите, что происходит. На помощь приходит команда АРТ. Они набрасываются на ВИЧ. То есть вот начинают применять эти лекарства. Семеро одного не боятся. Да. Нет, не боятся. Да. Они начинают атаковать этот сам вирус. И эта команда вирус не убивает, она не может его убить, пока таких лекарств не придумали. Но она может его блокировать, его работу на определенное время. И CD4 восстанавливается, чтобы опять защищать организм. Если не принимать антиретровирусную терапию, вот на этом моменте, когда CD4 достигли, будем так говорить, критически малого количества, развивается, вон там, посмотрите, масса всяких заболеваний. Сначала идут там заболевания кожи, утомляемость, пневмонии всевозможные, стоматиты. Но тут это еще все вылечивается. Как проявляется? Но тут еще вылечивается. И вот когда клеток стало меньше, чем 200, если АРТ не применять, то мы будем опускаться вниз, и там у нас будет развиваться и саркома, и пневмония, и так далее, и так далее. Если начинаем применять АРТ, кривая пошла опять вверх. Кривая CD4, CD4, а вирус, да, пошел вниз, да. Скажите, может, я невнимательно услышала, что помогает возобновляться CD4 клеткам? CD4, чтобы они умножались. Но клетки, они, вирус, проникая в клетку CD4, блокирует ее восстановление, ее воспроизводство самой себя. Клетка CD4 начинает что производить? Вирус. Правильно? Но здоровые клетки еще все равно остались какие-то. И когда подавляются, будем так говорить, вот эти вирусы, те клетки, которые остались здоровы, они продолжают работать нормально. И продолжают восстанавливать самих себя. Ну, конечно, уже не в том темпе, как если бы, например, 1000 клеток воспроизводила сама себя. Ясно. В 1 миллилитре, а их там осталось всего 200. Естественно. Вот, например, недавно мы встретили одного человека, знаете, он говорит, сколько он с ВИЧ живет? Вот, уже 12 лет. И он говорит, вот знаете, сейчас благодаря АРТ у него вирусная нагрузка вообще не определяется. Ну что такое вирусная нагрузка? То есть вообще не определяется, что как будто бы у него вируса нет. Количество CD4 стало 700. То есть это вообще приближено к здоровому человеку. Хотя он начал употреблять АРТ уже когда у него к 60 приближался. То есть практически у него сейчас норма здорового человека. Но он продолжает принимать терапию. Мы сейчас скажем, почему нельзя ее прекращать. Сейчас все это нужно, чтобы вы это как бы имели представление. А да. Вот цифры, которые вы говорите, 700, 1400, это примерно. Это количество цифры или это нормальные цифры? Еще раз говорю, это количество CD4 на миллилитр крови. Сколько у человека? У здорового 1000. Больше 800. Больше 800. Ну, в норме 1000-1500, это норма. Больше 800, это в принципе. Но считается, что если больше 800, это здоровый человек. Нет, я просто думаю, вы примерно говорите. Нет, это то, что это нам. Это лабораторные данные, исследования. Да. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу TV-семинария.